Форма CMH. Она же в закрытой позиции с баре. Форма AMH. В открытой позиции и форма на баре. Форма без баре. Форма GMH. На открытых струнах. Она же в закрытой позиции. Далее форма EMH. Она же в закрытой позиции. С баре. Она же без баре. Форма FMH. На открытых струнах в открытой позиции. Соответственно, в закрытых струнах. Она же на косом баре. Форма DMH. На баре. Она в закрытой позиции. Баре становится третьим пальцем. Она же с двойным баре. Указательный палец тоже ставит баре, чтобы зажать пятую и четвертую струну. Дальше те же самые формулы, но без баре. DMH на открытых струнах. Его же формула по закрытой струне. И также с баре указательным пальцем. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами разберем тему «Большие мажорные септаккорды». Значит, они обозначаются в нотах как «мейдж», то есть к основной ноте, на которой они строятся, буквы, да, ноты у нас буквами обозначаются, А, Б, С, Д, Е, Ф, Г. Вот, вот каждой ноте, на которой они строятся, добавляется приписка «мейдж». Иногда пишут 7+, или «диез плюс», ну, чаще 7+. Значит, это означает все то же самое, то есть это большая септима добавляется к мажорному аккорду. Вот у нас есть до мажор. К нему нужно добавить к до ми соль. От ноты соль еще построить еще большую терцию. Вот, получится нота си. Итого у нас получится от ноты до ноты си большая септима. Поэтому пишут плюс 7. Или мейдж, это в данном случае тоже имеется в виду большая септима. Итак, большой мажорный септаккорд. Он у нас строится на первой ступени лада, то есть в до-мажоре, вот его можно вместо обычного до-мажора, соответственно, так построить. И на четвертой ступени лада. В до-мажоре это, например, фа-мажор аккорд. Вот мы можем, соответственно, поставить и аккорд F-мейдж. Эти же два аккорда также можно использовать в параллельном миноре. Для ля-минора уже наш до-мажор. Это будет, соответственно, третьей ступенью. Вот у нас ля минор это первая ступень, там си аккорд это вторая ступень, вот до мажор третья ступень. Также можно, собственно, использовать как третью ступень и как шестую ступень. То есть фа мажор у нас будет выступать уже шестой ступенью в параллельном миноре, в ля миноре. Ну, теперь конкретно по аккордам, значит, по формам аккорда. Начнем с самого начала, с формы CMH. Основной базис берется на пятой струне, как и положено ему в аккорде до мажор. Вот. Но мы также можем использовать и шестую открытую струну как дополнительный бас. Также мы можем использовать измененную шестую струну. Мы иногда знаем, что аккорд до мажор вот, мы уже можем ставить также с дополнительным с басом ноты соль на шестой струне. Поэтому здесь можно поставить и вот такого плана аккорд, то есть еще шестую струну подзацепить, как дополнительный бас. Когда же мы дальше ставим этот аккорд уже в закрытой позиции, то есть мы должны поменять пальцы для того, чтобы удобно было указательному поставить баре. И вот для примера мы ставим от аккорда ре мажора его. Это у нас это уже нота ре получается. Вот. И здесь мы также можем, соответственно, видеть, кстати говоря, что он даже проще получается, чем мажор. Да? Мажор у нас вот так звучит, да, тут даже надо просто отпустить нотку, и он получается у нас вот так звучит, то есть еще и проще ко всему ставится. Вот. И если мы хотим с каким-то дополнительным альтернативным басом, как вот мы говорили про вот этот вот бас здесь, да, вот в этой части, также здесь мы можем его поставить.
играть либо разными пальцами, либо если в предыдущую аппликатуру мы поставим пальцы, тогда просто переходящим мизинцем на шестую струну. Это все, что касается аккордов C-Maj, формы C. Дальше у нас следующий аккорд получается. Это форма аккорда А, а точнее производная. Значит, ля мажор у нас или аккорд А берется так. И здесь, чтобы большую септиму найти, нам нужно ноту ля передвинуть в соль диез. То есть получится у нас такого типа аккорд. То есть как бы из аккорда А одна нота перемещается, и у нас выходит чисто зрительно вот эта вот форма аккорда. Такими или такими пальцами. Здесь основной бас на пятой струне. Также мы можем брать вспомогательный бас на шестой струне. И при переходе выше, соответственно, мы просто ставим баре, чтобы также можно было использовать дополнительную шестую струну в качестве альтернативного баса. Здесь стоит сказать, что мы можем и не ставить полные баре, мы можем ставить баре и на 5 струн, дабы обжать более просто, то есть чтобы не напрягаться пальцем и не удерживать две струны. А обжимая только пятую и вторую струну, по сути, как бы делаю палец немного полукруглым, а не совсем прямым, нам облегчает эту постановку этого приема баре, то есть оно не совсем баре получается, а такое вот своеобразный купол, который концами своими ставит в пятую и в первую струны. Вот, соответственно, тогда проще брать просто этот аккорд. Ну и далее мы также можем этот аккорд использовать без баре вообще, то есть используя центральные струны от пятой до второй. Вот, не ставя баре, просто поставив на пятую струну указательный палец. Также, чтобы здесь сделать альтернативный бас на шестой струне, просто передвинем шестую струну, то есть указательный палец с пятой струны на шестую будем переставлять. Вот такое у нас положение получается по аккордам А. Точнее, A-Maj. Посмотрим следующую форму. Это G-Maj аккорд. Соответственно, в своем открытом виде у нас соль мажор обычно так берется. Вот. И если мы заменим мизинец на указательный палец, передвинем с ноты соль на фа диез, вот мы получим эту большую септиму от соль ноты, да, до ноты фа диез. Получится у нас такая картина аккорда. Ну, также мы можем, кому удобно, заменить последовательность пальцев, то есть не делать вот этот перекрест пальцами, а указательным поставить на пятую струну, а средний поставить на первую струну. Это у нас получается аккорд G-Maj. И теперь в закрытой позиции он из себя что представляет? Мы уже неоднократно говорили, что форма аккорда G, да, в высоких позициях, она сложно достаточно ставится, потому что вот как бы далеко у нас баре осуществляется, вот, и, в общем, все это как бы одновременно сложно поставить. Поэтому чаще используется какой-то один из басов, шестая, пятая или четвертая струна, и обжимается уже там, а верхушка обжимается полностью. Так вот, если здесь мы меняем, соответственно, тоже на одну ноту вниз, да, то есть нам нужно нажать вот эту ноту, и тогда мы тут должны, как бы, вот, чтобы пальцы полностью поставить, да, вот в такую позицию прийти. Тут пятая, тут первая, тут шестая струна. Очень неудобно ставится. Поэтому здесь чаще всего получается какая картина. Либо с шестой струной у нас берется вот эти четыре звука, то есть баре плюс вот эта нота фа диез, она остается 100%. Вот. А дополнительные басы, как основной бас у нас здесь получается вот этот, и им можно дотянуться. Либо поставить терцовый бас, это получается второй палец на пятой струне поставить. Вот. А все вместе звуки, их очень сложно удерживать, поэтому вот тут как бы такой расклад. Но опять же говорю, самая простая основа, можно просто ставить вот такую, без вот этих дополнительных басов. В этой основе тогда, если мы где-то будем искать тонику, то она еще будет на третьей струне. То есть, если что, если будет написано какой-нибудь там типа аккорд А, поставьте мэйдж, то ноту ля или нота А, она будет на третьей струне уже. Здесь, вот если в этой короткой форме, если мы не ищем бас основной на шестой струне, и нам сложно его поставить. Поэтому за основу принимаем вот этот аккорд. С аккордом G-Maj разобрались. Давайте посмотрим следующую форму, аккорд E-Maj, и на него очень похожий, то есть преобразующий с E-Maj в аккорд F-Maj. Значит, как все это выглядит? В аккорде Mi-Major, вот у нас обычный Mi-Major, тоника находится на четвертой струне, и мы ее можем, соответственно, заменить, чтобы у нас седьмая повышенная ступень получилась. Это будет четвертая
струна на первом ладу. Вот. И аккорд из такого в такой превращается. То есть нам нужен нота ре диез для ми-мажорного септаккорда большого. Вот. Соответственно, по открытым позициям мы видим, он удобен в таких пальцах ставится. Чтобы поставить на баре, нам нужно преобразить, опять же, пальцы, да, другие, освободив указательный, и поставить уже указательный на баре, и в закрытой позиции он будет выглядеть так, полноценно, по всем шести струнам на баре. Также мы можем поставить сокращенную и часто используемую вещь, то есть не полного аккорда, а сокращенного, чтобы не ставить баре, не мучиться, вот, оставив только как бы шестую струну, четвертую, третью и вторую от нашей вот этой вот полноценной структуры. Если мы как раз пальцы переставим, мы посмотрим, что это будут именно такие звуки и такие пальцы. Здесь же стоит сказать, что у нас также, предположительно из-за того, что два пальца стоят на одном ладу, указательный может отходить немного в сторону. И тем самым можно поставить такой прием своеобразный на гитаре, очень-очень редко использующийся, но тем не менее. Это называется косое баре. Когда у нас указательный палец, вот бас встает на одном ладу, а первая струна берется на другом ладу. Чаще всего именно вот в такой последовательности, то есть когда на один лад ниже становится у нас как бы первая струна. И мы можем поставить эти три звука, вот, но, соответственно, с учетом косого баре, кусочек указательного пальца у нас захватит первую струну вот в такой прогрессии. Вот, значит, это как раз перекликается с тем, что мы берем тонику не на четвертой струне, теперь не только на четвертой струне, но и на третьей струне, потому что вот мы покосились сюда, вот так получилось. Теперь очень похожий на EMH аккорд FMH. По сути, это тот же EMH. Вот у нас FMH аккорд уже получается в полноценном виде, как он здесь у нас выглядит. Но опять же, это как бы на самом деле кусочек от аккорда Фа, да, тонику которого от аккорда Е, то есть формы, которую мы принимаем за основу. Вот. Но только теперь мы не четвертую струну, а первую струну гоним вниз. И с учетом первой позиции она получается открытой как раз. Вот. А назвал я ее FMH просто для того, чтобы различие больше, ну, как бы более адекватно осуществлялось. То есть, типа, вот это вот EMH, да, а это FMH, потому что от ноты Фа она начинается, от ноты Ми вот этот аккорд с открытой первой струной EMH уже не состроишь. Она там должна ниже еще уходить, она и так уже открытая получается. Вот. Ну, значит, вот мы решили, что эта лесенка идет с открытой первой струной за основу. Основной был здесь четвертая струна. Но также может быть альтернативная пятая струна. Также мы можем состроить другими пальцами аккорд, чтобы альтернативный бас не перескакивать одним и тем же пальцем. Это, ну, как бы по желанию, как удобно. И эта же формула, соответственно, когда мы выше ее тянем, то у нас добавляется еще одна ступенька нашей лестники, которая как раз вот была с открытой первой струной. То есть, если мы все это дело перемещаем выше, нам нужно подставить указательный палец на первую струну. И вот мы видим такую лесенку. Опять же, основной бас от четвертой струны. И вспомогательный, может быть, перемещающийся мизинец на пятую струну, как вспомогательный бас. И, как я уже тоже прежде говорил, мы можем это же ощущение ставить в баре, уже с шестым пальцем также используя, в такую лесенку. Только уже как бы когда у нас не двойная септима получается здесь, и здесь убирается палец, а тоника здесь остается, мы можем видеть рисунок как раз этой лесенки, подряд идущей на каждой последующей ступени лада. Про большое баре тут стоит сказать еще такую вещь, что на первых ладах, да, вот в первой позиции, его достаточно сложно ставить, это косое баре, потому что здесь широкое расстояние между ладами. Вот, это удобнее ставить где-то уже там от четвертого лада и дальше на пятый лад, потому что здесь не надо сильно разворачиваться указательным пальцем, как вот здесь в первой позиции, чтобы взять этот интервал. Вот, поэтому как бы его такое вот удобное помещение, это обычно вот где-то середина или верх грифа. Также еще можно сказать, что здесь дополнительно можем также перескакивать, как и в этом случае аккордом, в случае этого аккорда, да, с четвертой струны на пятую.
еще одну можно такую формулу тоже увидеть здесь. Если мы вот это дело с косым баре представляем уже не на баре, а пальцами, вот, да, но с этим басом, если мы смотрим, то по точкам аккорда, которые у нас появляются, вот, у нас получается вот такой аккорд. Он несколько сложнее ставится, но тем не менее тоже имеет место быть. Может быть, кому-то неудобно ставить баре, но захочется именно такую конструкцию, также ее тоже можно поставить. У нас осталась последняя форма, это форма аккорда D, значит, точнее D major, да, у нас преобразованный мажор. Септ-аккорд большой мажорный. Значит, вот обычно ре-мажор у нас ставится так. Вот, соответственно, здесь тоника, чтобы перешла на большую септиму, нужно понизить у нас вторую струну. И у нас выходит такой аккорд. Вместо такого вот такой. Просто изменили один звук. И теперь с учетом того, что нам нужно этот же аккорд использовать в более высоких позициях, мы также меняем теперь уже баре на баре другим пальцем, перемещаем пальцы выше, уже в эти формулы. И тут у нас получается, что мы ставим баре безымянным пальцем. Некоторым удобно ставить мизинцем также баре. Вот. Некоторые ставят даже чуть ли не вторым пальцем. Ну, это у кого какая растяжка и у кому как удобство позволит. В принципе, это не особенно удобно, на мой взгляд, потому что все-таки здесь два пальца, они как бы так лучиками расходятся, и слишком по косой получается постановка среднего пальца, поэтому безымянный, он чуть как дальше расположенный, более удобный обычно. Вот, но тем не менее, можете поэкспериментировать на баре разных пальцев, вот третьих струны зажимая. Значит, и стоит здесь сказать, что да, указательный также может перемещаться, потому что у нас как второстепенный бас, здесь открытая пятая струна, да, тоже возможно была, значит, и здесь она в закрытой позиции тоже играется. И также мы можем поставить структуру двойного баре, то есть указательный палец, чтобы не переставлять с основного на альтернативный бас, просто сразу поставить с расчетом зажать пятую и четвертую струну одновременно. Вот, и тогда можно использовать как четвертую, так и пятую струну. Вот. Но предпочтительнее обычно, если нет такой быстро переходящей ноты басовой, вот, лучше не ставить двойное баре, оно, ну, как бы слишком усложняет обычно. Двойное напряжение приходится делать и этим пальцем, и этим. Вот, обычно это более сложный уже такой вариант. Но как частный случай тоже возможен. И у нас теперь эти три струны, которые мы взяли, да, на баре через ре-мажор, вот, мы также можем взять их пальцами, а не на баре, возвращаясь в наш DMH. Видите, звучит все то же самое. Вот. И теперь, чтобы формулу этого аккорда поставить выше, все так же по, значит, от любой струны, что называется, и, то есть от любой ноты на струне, то у нас получается такая конструкция с переходящим указательным пальцем на второстепенный бас пятой струны. Вот основной аккорд, вот второстепенный. Либо, опять же, мы можем, как и в случае предыдущего, вот двойной постановки баре, здесь тоже использовать баре указательным пальцем с расчетом зацепить четвертую и пятую струну. Вот. Остальные звуки как бы не нужны, но если у вас получается там полностью ставить, ставьте полностью. Но главное иметь в виду, что нам нужна четвертая и пятая струна в этой формуле аккорда. Вот, значит, из основных, скажем так, и наиболее удобных форм, здесь можно выделить несколько форм. Ну, из аккорда C major мы просто с вами возьмем, значит, ну, сам по себе C major, да, и его как бы вот основную форму. То есть здесь все очень прозрачно и просто. В аккорде A major тоже можно взять, кроме основной его формы, как барейную форму для удобства использования, чтобы все можно было струны, да, вот, сыграть. Также его формулу сокращенную, чтобы не использовать баре. Вот, можно так, да, соответственно. Вот, аккорд G major, он будет использоваться только в своей открытой форме очень хорошо. Опять же, можно все басы использовать, да, можно какие-то из басов. Вот.
И его вот эта формула, она также нормально используется, но без учета вот этих вот дополнительных басов. Они усложняют постановку этого аккорда, поэтому как за удобный аккорд мейдж мы его возьмем такой. Вот, все остальное будем иметь в виду как дополнение. В аккорде E мейдж, ну, естественно, основной его вид, вид на баре, спокойно играется. Но более удобный вид – это вид безбарейный, когда мы используем шестую, четвертую, третью и вторую струну вот в такой конструкции. Вот. Ну и аккорд F мейдж в таком виде, да, то есть, ну вот, с открытой струной такая лесенка и более полноценная лесенка при переходе выше. Она также спокойно может использоваться. Вот косое баре не будем с вами использовать как основополагающий аккорд, потому что это кому-то удобно, кому-то нет. А расположение просто пальцев, оно как бы обычно стандартное. Также можно нормально использовать. Ну и в аккорде Damage здесь расходится ситуация. Кому-то бывает удобно играть через баре аккорд. Вот. Особенно это касается электрогитаристов или гитаристов, в общем, у которых прижатие струн, ну как сила прижатия струн довольно-таки маленькая, то есть низко расположены грифу, близко расположены струны и струны низкого натяжения. Вот. Также это может быть на, опять же, на электрогитаре, поскольку там обычное натяжение ниже струн, нежели на классической гитаре. Особенно если брать в расчет струны категории Light и Extra Light. Вот. Легкого натяжения, там 0,08 толщина первой струны или 0,09, например, особенно если брать. То же самое касается и акустической, кстати говоря, гитары. Вот. Ну, а кому-то удобней играть, соответственно, через пальцы такие вот. Особенно у кого пальцы очень крупные, они, допустим, могут не поместиться, да, особенно на маленьком грифе акустической или электрогитары, тогда вот тоже используют принцип этого баре в постановке. Вот. А у кого, наоборот, пальчики очень маленькие и неудобно прижимать баре, да, и широкий гриф на гитаре, тогда, наоборот, тем удобнее в ряд поставить три пальца. Ну, собственно, это из таких маленьких технических особенностей, индивидуальностей, да, которые могут быть одному что-то одно удобно, другому что-то другое. Вот. Ну, что касается больших мажорных септаккордов, я думаю, эта тема, в принципе, полностью раскрыта. Есть какие-то частные аккорды, которые тоже наверняка можно использовать, но в своем таком вот арсенале полноценном, и когда нужно быстро продумать и что-то поставить, этих формул, как правило, более чем достаточно на любые случаи жизни. Спасибо, что посмотрели видео. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам понравилось видео. Ну и до встречи на новых уроках.